Ну что ж, друзья, с вами Валерий, и хочу представить вам три финальные концовки игры Call of Cthulhu 2018 года. Вот. В основном прохождении мы посмотрели концовочку, добрая концовочка, наверное, типа хорошая концовка, я так полагаю, была вот одну. А в этом видео я собрал все три концовки. Ну что ж, приятного просмотра вам. Ставим лайки, подписываемся на канал и группу ВКонтакте. Поехали. Наконец-то ты здесь, искатель истины. Она ждала тебя. Вы ждали меня? Познав наконец истину, я поняла, что вы придете. Все это время я сопротивлялась, боялась того, что могу узнать. На самом деле, я боялась сама себя. Начинается. Что вы узнали? Послушайте меня, Эдвард Пирс, потому что открою вам истину. Оглянитесь. Все разваливается. Вы должны положить конец этому безумию. Я не могу сделать этот выбор. Решение за вами. Один человек, всего один человек, подготовлен испытаниями и откровениями, способен изменить мир. Я видела вас в тех снах, которые видит и мой Бог. Я узнаю вас, узнаю, кто вы. Искатель истины. Один из немногих людей, способных постичь фрагменты его разума. Да. Я чувствую, что вы говорите правду. Потому что так было начертано, или, так мне больше нравится, нарисовано на холсте судьбы. Пирс, помоги мне! Тихо! Эстел Бан Так Шакуа. Мы удвоили дозу, как вы и просили, доктор. Хорошо, спасибо.
Выберем так. Я не позволю вам это сделать. Мысли. Никто не может вас заставить. Он сейчас прыгнет. Прости, Саймон. Вот так вот резко, да? Все исчезло.